Всем привет, друзья! Меня зовут Кот, и мы продолжаем играть в кооперативный сценарий по Army 3 Days After Zero. От слова совсем. Здесь есть какой-то 9x21. Я один, рюкзак. Сейчас гляну, что у меня вообще-то есть, может, что-нибудь можно дать. Так, у меня тут еще... Поехали, это по ВОИ постреляемся с ботами, ну, достанем да. оружие. Так, а мы где вообще? Мы сейчас... Блять, ты чё шумишь-то? Так тут мужик там еще стоял. Сзади, да. Где-то еще фиолетовый я вижу. А, собаться внутрь, вот так. Так, а карта очень старая, потому что тут смотрите, что впереди. Сейчас я не вижу, мы не можем повернуться. Я тоже не могу повернуться, а что там впереди? Выглядит на уже, во. Это не очень старая карта, это переделанная карта, охуенно переделанная. Да, кстати, тут туннели ты не забываешь, да. Прикройте меня, попробую хоть что-то найти. Фонарик, блядь. Так, Сань, прикрой, я пойду на разведку, пойду вперед. Не, слушай, это прям охуенно переделанная, я вот прям, блядь. Вот, на... вот эту карту бы занести туда, в Дейз бы... Я думал, это не наша машина. Тут еще одна машина стоит с рабочим двигателем. Да? Да, на ней двое разбились. Двое разбились? Где? Да, вон тут. Так, может... Кстати, она тоже полная. Так, но если они разбились, Сань, смотри, могут встать. Она с пулеметом. А, ну нет, а лучше брать какую-то тачку с пулеметом, если вот так выбирать, то если она нулевая и заправлена, берем тачку с пулеметом, это так, логично. Я не могу посмотреть. Ну она чуть-чуть тут бензина убыла в ней. Ну, бензин это не проблема. Так, сейчас, мужики, я чуть почищу. Я не могу типа посмотреть, который в кузове. На 81. Все, отлично. Патроны, 3 магазина на пулемет есть. Оп, затихаю. Так, так. А пулемет снять нельзя? Mm-mm. Ты че? Да-да. Так, мужики, я на другом конце туннеля, и я вижу дым, как будто от костра. Кто? У вас огонь, да? Боты. Так, у меня ходячие. Что? Твою мать! Что, у вас там проблемы, что ли? У меня тут проблемки неплохие. Я подхожу сзади. Живые или боты? Боты. Ух ты, блядь! Убил. Еще одного. Еще один где должен быть. Я не вернусь за тачку. Нет, в тачке трупы были. Это бот заспавнился. Не понял. Блять! Ложись. Лёх. Я понял. Пойдь. Не знаю. След. Ключ обратно. Сучонок. Сань, смотри, зомбари повставали. Бегу к тебе. Где же могила? Ваню не подняли? Мы сейчас, бот встал. Сейчас. Сейчас побежал, видишь его? Не вижу, я ползу. Вот как ты лежишь, бот прям ходит. Чуть-чуть левее, побежал к елкам. Ладно, сейчас пробую самого пиздануть. Спасибо. Угу. Саня, ложись, потому что это вон она, сука, за камень побежала, как вот я сейчас ногами лежу. Шо, ща одна, блядь. Лежу, чем эту суку. Я из туннеля выхожу. Уходим. Ушел. Железки переходит. Угу. Вообще сваливает.
возле Хаммера сел. Это я сзади с туннеля стреляю. Нет, а этот возле Хаммера сидит. Ну, я просто, что сзади будете, этот выстрел, что не прихуячий. А где трупаки-то ионные? Они к тебе подбежали. Нет, а тела-то должны же тут лежать. Очень интересно. Кто? Я. Бот бежит в сторону тоннеля. А, значит, он случайно через лес срезал. Вот мудила. Там, смотри, тут я за Хаммером еще лежу. Ну, по железной дороге шел. А, он ушел. А я вторую машину, видите? На въезде в этот поселок. Блять. Кто? А, так, кто на железке? А выживший? На железке я. Я понял. Кто да, ух, перебегает, Ваня перебегает. Я по дороге. Мне тоже определенно нравится эта карта. Она охуенная. Да. Вот это действительно карта для DayZ. Так, вы на дороге, да? Да, мы на дороге все. Че, в горке у нас? А, вот тут деревья, что ли? Да вон она, да, стоит. А КМовский никому не нужен? Кто? Кто? Как? Надо. Да. Берета с одним магазином. Кто? Блять. Живучий случай. Ты бы за пулемет-то прыгнул. Да я вот тоже об этом подумал, как обычно поздно все приходит в голову, понимаешь? Возьмем. Так, кто будет экспериментатором? Попол. Ну, я рекомендую, чтобы все-таки кто-то один едет в машине и едет через туннель, остальные идут пешком. Ну, поехали. Второй тачки потом, да? Да, нам нужна вторая тачка. Я задавил зомби и сел. А, не, все нормально. Да. Я думал, она это, на живот села. Она забуксовала после кишочка. Да. А тачки все оглядывают? Выборочно. Выборочно? Какой-то мостик еще наводится. Да, там наверх после. Такой маленький. Стой, радиоактивная зона. Так, слово, что у нас? Не. Зомбаки не тут идут в вашу сторону, из тоннеля. С тоннеля-то. Это страшно. Да, нет, за стенку. Очень интересно, что это. Так, вдруг с водой на руле. Нихай я знаю, надо. Ты плохо. Плохо, отавишься. Да? Не добежу. Почему, куда я навожу на пол, не высвечивается подсказка, что внедорожник тяжелый пулемет? Тент? Ничего себе. Да. Тут, в общем, знакомое здание и знакомой игры. Тут пацаны идут. Слушай, машины не могут уже найти. Вон, Петрович идет. Банкноты. Да тут их много. Ну ждите. Ладно. Ну что, сядем и поедем. Сань, сзади.
все-таки валить, да. Кто там за пулеметом, Саня, да? Так, где мы вообще? А мы еще даже зачем не доехали? Слушай. Ну, вон там какие-то краны. Да, вот, туннель, а, это даже пригородки. Это чем-то. Блин. Там Урал стоял. Нет. Позади стоял Урал. Нормально стоял. Да? Поэтому я тормозил. Пролет. Так, вот он, черный. Оба. А выстрелы справа, гони. Зомбики. Ну, вот это не по нам, они там между собой. Там дымок. Мы в прошлый раз не успели на этот дымок. Так там танк горел. FPS вообще кадров 15 у меня тут, не знаю, попал или нет. У меня 24. Парочка влетела. Ну я говорю, что вот эта карта в армии, она жутко лагает в крупных городах. Сейчас еще налеплено куча всего. Не, ну они вроде это остановились. На заправку, да, и так слово заправься. Что, типа уже заправляется? Нет. Тыц. Остановились. Чё? До заправка. Отлили. Поехали. Блять. Вот эта тема. Так, так что что делать-то было? Да я вот не знаю, надо было, наверное, дальше ехать там. Не знаю, где мы радиации. Тут набрались или мы там набрались радиации. Давай, ну, у меня нет у меня нету радиации. Нет радиации, он нету. Поезд. А, ну тогда что он поедет? Да поехал. Да, я просто. Просто к тому, что туда аккуратно подъезжать надо. Надо было по унтой дороге заезжать, она как раз как хорошо объезжала. Неохота нарваться на крупнокалиберную засаду. Ты, наверное, чуть не гони, тут что-то как-то поесть поселить. Что, в обратную сторону или как? Едем так, давай пока дальше, ладно. Так, ты видишь, да. Блокпоста. И чувак что? Идет. Ебаш. Перезарядка. Я говорю, Ваня, ебаш. О, деревья сносятся, заебись. Так, это там, блядь. На аэродром не будем заходить? Да надо, он сейчас тут будет поворот где-то на АПАО. Вот. Чё у меня машины, млячи? Попалась стани. А нам поечить или позабуками? Нам позабуками. Вот снова мы поебали. Да, знаете, что мне самое стремает? А. Я предлагаю вам все-таки выйти здесь и сыграть аккуратно, потому что могут быть мины. Блять, вот это ей. Комбинезон водителя и РПК для. Ну это не РПК, а РПГ. Броник. Не броник, а разгрузка. Так, калаш берем.
Ну, стекляшка вроде пустая. Так, я возле маленького зеленого сарайчика. Ближе я к ангару. Я сзади еще. А. Так, ну они, походу... Я пока никого не вижу с этой стороны. Из местных. Я вот не знаю, может мирного чувака-то там застрелил? Да я вот тоже об этом подумал. Там потому что мольба была, ого-го. Это потом, после того, как мы его переехали. Это городской. Броня третьего уровня. Угу. Магазин 5.56. 5.56 еще один. Натовский магазин. Это... А, натовский? Да. Так, иду на 100 сторону в ангарчик. Ну, шлем все. Большой ангар, все застроено. Так, ну в ангар, да, ушли? На другую сторону пошел. Я в каком-то крупном ангаре, тут медицинские палатки есть. Так, я тоже в ангар перехожу. Батёв пока не вижу. Пальный мешок. Коробку спичек нарулил. Ну что? Так, я во второй ангар. Две пустые банки. В общем, тут все надо обыскивать. Какой-то мрачноватый тут лагерь. Угу. Сказал. Ну вот я тебе пошлась по этой говорю. Так, я двигаю ко второму амбару на второй стороне. Ну, на этой стороне. То есть, который чистый амбар, я проверяю. Можно обыскать мусорный бак. Кто-то бинокль выкинул. Ну, может, кто-то просто в линзу попал. Может. Долго они там стреляются. Угу. Пока патроны есть, интересно, патроны кончаются. У них? Угу. А MPT-кан, значит, пустая банка, да? Да. Слушай, они подходят. Да. Сань, ты шмалял? Нет. Это... Сразу больница. Впереди меня выстрелы все еще. Да, нифига себе тут трупов. Охренеть. Так. Тут явно что-то пошло не так. Так, переползаю взлетку, иду к пульту. В эту в стекляшку, что ли? Угу. Я только к ней уже подошел. Где пожарка? Кольт, ну, пожар. Никому не нужен. Вот, нет, спасибо. Темнеет. А, у нас же есть очко. Чё-то туман, что ли, какой-то? Да. Нет. А может это туман? Это свет. Сними очки. Сань, ты в казарму зашел, да? Да. Так, это я Эмбер. Я вижу. Просто, если это был бы бот, он меня уже шмалял бы со спины. Открывай стекляшку. Закрывай. Создаю на второй этаж. Так. Учит, ноги лежат заваленные. Завалил? Повезло кипу, очень сильно. Так, привязочный пакет еще. Ну, есть пакет уже некуда. Так, у меня еще есть, еще две перевязочные пакеты. ПМ-ка на втором этаже. Коробка... Патронов на американку, по-моему. Это... Вы наверху? Ну, я на втором этаже, они тут где-то тоже. До пожарки не добирались туда дальше? Нет. Тут вот так вот двигаемся. Ты до пожарки пошел? Да, я к вам зашел. Ну а на этом пока что все. С вами был Кот. Подписывайтесь на канал и всем пока.